Здравствуйте, Гусман. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слышаю. Мы хотим поступить к вам. Хорошо, можно посмотреть ваши документы? Конечно. Кадонные документы. Да. Не вижу вашей медицинской книжки. Не забили это дома. Ну хорошо, тогда идите домой, принесите медицинскую книжку и приходите, хорошо? Там будем. Я забыла вам сказать, не забудьте, пожалуйста, взять справку о том, что у вас нет вируса Эбола, это обязательно. Дайте необходимые анализы и принесите ее. Сейчас. Это почему? Потому что я черный человек или что? Молодой человек, у нас такие правила. Это не нормально вообще, что вы хотите? До свидания, молодой человек, там теперь. Решите поступить к нам в институт, приносите все справки и приходите. До свидания. Я только закончил подвал. Блин, все.